Учащиеся Бельского лицея имени Николая Гоголя получили возможность оценить свои силы перед поступлением в один из российских вузов. Представители Нижегородского государственного инженерно-экономического университета организовали для 100 ребят межпредметную олимпиаду, которая и стала пробным вступительным испытанием. Между Нижегородским вузом и Бельской мэрией при поддержке Рената Усатова подписан договор о сотрудничестве, предусматривающий бесплатное обучение в нем для абитуриентов со всего севера Молдовы. В рамках заключенного в марте 2016 года договора о сотрудничестве между примарией муниципия БЭЛЦ в лице примара муниципия БЭЛЦ Рената Георгиевича Усатова и Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом второй год подряд проводятся презентационные работы, информационные работы для выпускников, информационная работа для того, чтобы познакомить детей с возможностями поступления в вузы Российской Федерации. Второй год подряд проводится межпредметная олимпиада, что дает возможность нашим выпускникам попробовать свои силы, а также свои возможности для дальнейшего профессионального обучения. Максим Кириллов, представитель Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, в интервью телеканалу БТВ рассказал, что олимпиада состоит из трех предметов, с которыми ребята встретятся на вступительных экзаменах в российском вузе. За результатами олимпиады ребята могут обратиться в Бельскую мэрию, куда из Нижнего Новгорода пришлют рейтинги с результатами. На основе этих данных школьники смогут подтянуть необходимые дисциплины. Вчера была проведена презентация Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Я, как секретарь приемной комиссии, презентовал направления, образовательные программы, факультеты, филиалы нашего университета. Были родители, было очень приятно их видеть. Видно, была заинтересованность стороны выпускников. Родители интересовали более узкие особенности проживания, питания, времяпрепровождения в свободное время. Сегодня мы по плану проводим межпредметную олимпиаду, которая состоит из тех дисциплин, которые впоследствии ребятам предстоит сдавать в форме вступительных испытаний. Это русский язык, математика, физика, информатика и обществознание. В целом, олимпиада позволит ребятам подчерпнуть информацию о том, какие дисциплины, какие предметы им необходимо подтянуть. То есть, возможно, придется обратиться к преподавателям за дополнительными занятиями, возможно, самостоятельно почитать литературу, решать задания. Поступление в российские вузы граждан иностранных государств будут сдавать вступительные испытания, которые будут проводиться образовательными организациями самостоятельно. Дело в том, что при сдаче вступительных испытаний вузами устанавливаются минимальные пороги по каждым дисциплинам, по каждым предметам. Для того, чтобы узнать свои шансы при сдаче вступительных испытаний отдельных, мы проводим эту олимпиаду. 17 марта 2016 года в Бельцах состоялось подписание договоров о сотрудничестве между мэрией и двумя российскими вузами – Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом. Перед началом учебного года в Россию на обучение отправились первые молдавские школьники. Бельцы и Нижний Новгород являются также городами-побратимами. Соглашение о побратимстве подписали в июне 2016 года Рената Усатый и мэр Нижнего Новгорода Иван Корнилин.